Медведев смял Супер Джоковича. Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира. На турнире в Монте-Карло наш теннисист выиграл у Новака Джоковича. Это первый подобный успех в карьере 23-летнего Медведева. «Я провел лучший матч», — сказал счастливый спортсмен. В полуфинале россиянина ждет другой серб Лайович. Финальная битва пройдет днем в субботу.